Вместо самодельных конструкций на Жуковского – надежные торговые ряды. Вместо стихийной торговли – удобная для продавцов и покупателей зона купли-продажи. Непосредственное участие в установке торговых рядов принимал Сарапульский электрогенераторный завод. Их изготовление и монтаж заняли около месяца. По результатам реконструкции проезжей части тротуаров было много наказов по восстановлению торговых точек. Совместно с администрацией города по инициативе граждан Сарапульский электрогенераторный завод изготовил вот такие замечательные конструкции, которые сейчас служат местом проведения торговли. За годы работы торговцы завоевали доверие местных жителей. Продукция свежая и натуральная, цены лояльные, а атмосфера домашняя. Обжили место очень быстро, как будто торговые ряды стояли там всегда. Виктор Глухов торгует на этом месте уже 8 лет. Всю продукцию выращивает сам. Дождем не мочит, уже удобно. На прилавок не заливает ничего. Это самое, это и так, в общем-то, просторно сидеть, спина не устает. Любовь Нефедова на точке торгует уже больше 10 лет. С товарами приезжает через день. Очень даже удобно стало. От дождя можно спрятаться. И покупателям удобнее. Хотелось бы, чтобы вот столики для покупателей поставил сумку, чтобы удобно ему было не держать. И для нас что-то, полочки или крючки какие-то, вот сумку, чтобы повешать свою под прилавком. А так все хорошо. Жителям микрорайона новые торговые ряды тоже пришлись по душе. Так очень хорошо. Молодцы. Спасибо. Высокая оценка от непосредственных участников торговли очень важна. И в планах у города размещение торговых рядов и в других районах. Совместными усилиями получился, мне кажется, очень интересный результат. Но, по крайней мере, отзывы положительные как от продавцов, так и от покупателей. По результатам выезда очевидно, что нужно еще добавлять один лоток. А в целом по городу, да, такие планы есть. Я думаю, что вот у нас все получилось. И в других точках, там, в микрорайоне Поворот, на Эликонде, где есть вообще такие рынки, тоже будем их облагораживать. Такие планы есть. Изменения налицо. Торговать под навесами теперь можно даже в непогоду. А сидеть там гораздо удобнее, чем на раскладных стульях. Теперь главное – поддерживать чистоту и порядок.